Несмотря на то, что год был достаточно сложный для нас всех, непривычный, в условиях ограничительных мер, пандемии, считаю, что это наложило определенный отпечаток на бюджет нашего города, но считаю, что мы прошли этот год очень достойно, мне отчет головы понравился. Вы знаете, мне кажется, недооценены наши волонтерские движения. Все-таки прошлый год нам показал о том, что волонтеры оказывают значительную помощь нашим гражданам. Я думаю, что Сергей Николаевич об этом скромно умолчал. Ну и дальше нужно продолжать оказывать адресную помощь гражданам, подчеркну адресную, то есть действительно нуждающимся гражданам, нашим незащищенным слоям населения, семьям с детьми, многодетным семьям. В первую очередь, наверное, бы хотелось отметить это уборка города. Огромнейший результат, спасибо Инкоду. Ну, небо и земля по сравнению с предыдущими годами по содержанию. Доказали эффективность своей работы, как бы, и умения, и знания свои. А по динамике, по проблематике на 2021 год, наверное, вот самый волнующий один из таких вопросов – это наличие спортивного зала, потому что Гипрода – это действительно уникальный еще объект, который был у нас, учитывая скалодром, где занималось много детей, и его перенос в какие-то другие объекты, я не представляю возможно. По спортивному комплексу Гипроруда было озвучено, что все-таки мы вернулись к данному вопросу, то есть администрация, и здорово, что все-таки он будет реанимирован, восстановлен, и в данном случае спорту быть. Заслужив доклад его главы города, можно сказать, что идет положительная динамика в развитии нашего города в частности. Но, однако, остаются проблемы определенного характера. Мне ближе, наверное, вопросы медицины. Чтобы привлечь в наш город дополнительно, медиков, необходимо приобретение дополнительного жилья. Это как для средних медработников, так и для врачей. В целом оценку я, наверное, могу поставить твердую «хорошо», поскольку действительно год был очень тяжелый, год выдался трудный, была пандемия, у всех были, объективно были трудности. И поэтому как наш город прошел этот год, я оцениваю хорошо. Конечно же, хотелось бы, чтобы уже жизнь оживала, и мы больше говорили о развитии. Поэтому я бы сделал акцент на развитии города в 2021 и последующем годах. Конечно, я услышал из доклада то, что у нас дальнейшее развитие происходит в строительстве дома престарелых. То есть это тот объект, который действительно развивает город, который придает, увеличивает рабочие места, привлекает, делает город привлекательным. Хотелось бы, чтобы таких объектов появлялось больше.